Емельян Пугачев происходил из казацкого рода. В 17 лет записался на военную службу. Пугачев появился на свет в той же станице, что и другой бунтарь, Степан Разин. Во время своего восстания Емельян Пугачев выдавал себя за вышедшего императора Петра III. Он уверял, что Екатерина II свергла его и обманом заняла престол. Пугачев обещал всем освобождение от крепостного права, всех податей и рекрутских наборов, передел земли в пользу крестьян и уничтожение дворян как класса, свободу вероисповедания и восстановление казачьего самоуправления. Казаки охотно верили ему. И в считанные дни Пугачеву удалось собрать целый отряд повстанцев. Правительство Российской империи тщательно пыталось скрыть от иностранных держав, что в стране идет мятеж. Но слухи быстро распространились, и Пугачев стал получать иностранную поддержку. Восстание Емельяна Пугачева стало самым масштабным за всю историю Российской империи. Как только народный бунт был подавлен, а его зачинщик был прилюдно казнен, Екатерина II приказала уничтожить все исторические свидетельства и сохранившиеся факты о крестьянской войне, чтобы стереть саму память о бунте.